Андрей, все, что ты мне сейчас прислал, это откровенная хуйня ни о чем, блядь. Бла-бла-бла, блядь. Сначала нужно расстрелять Шойгу, за ним Герасимова, блядь. Потом, блядь, половину, блядь, вашего ФСБ нахуй повесить, блядь, и посадить жопой на колья, блядь. Особенно пятая дои, блядь. Вот тогда начнем воевать. А пока эти долбоебы у власти, вот эта вся писанина, блядь, время, блядь, бордюров прошло, все это хуй. Полная. Для наших долбоебов из Министерства обороны любая, блядь, выдумка укра высшая математика. Они ж тупые, блядь. Оленевод, Герасимов и прочие шлои, блядь. Так же тупой наш президент, блядь. Ёршик с усами, Письков, блядь. Такой же дебил, блядь, как и Медведев, блядь. Денег нет, но вы держитесь, блядь. Да у нас руководство дебилы, блядь.